С вами канал 24, ребят. Сегодня очередной обзор мода, который называется Lowflader. X-Lay Short. Короче, русскими словами сказать, у нас сегодня обзор мода трейлера. Давайте смотреть! Первый раз трейлер попался у нас, да, на ETS-очку. Давайте смотреть. Я надеюсь, что очень интересный трейлер будет. И так далее. Короче, выглядит это очень прикольно. Короче, понятно. Выглядит прикольно, низко, симпатично. Одиночный, понятное дело, какие здесь могут покраска, и, соответственно, покраска мы можем выбрать его цвет, желтый, красный, зеленый, синий. По аксессуарам здесь ничего не... А, нет, что-то меняется, слушайте. Это проблесковый маяк можно поставить. Также это у нас задние брызговики различия Mercedes, MAN, Renault, Iveco, Volvo. Аска ничего нету, что ли? А, меняется вот просто. И сразу сзади бампер меняется. Я понял. Здесь что? Название меняется. Название, я понял. Либо вообще нахрен убрать, оно нахрен. Скания, есть скания. Что? Принимаем. И посмотрим, что это у нас за данный модик. Мы сейчас его посмотрим. Возьмем мы... Знаете, что мы возьмем? Мы возьмем... Сканю возьмем. Возьмем Сканю и как раз прицепим его на грузовик. За вас и за Спартак. Посмотрим, что это за трейлер. И будет супер... Супер отлично. Наверное. Так, во-первых, мы его прицепим. Во-вторых, мы потом его посмотрим, есть ли у него какая-нибудь анимация сцепки. И в-третьих, мы посмотрим, какие мы можем брать грузы. И в-четвертых, мы это испробуем. Вот так вот я скажу. Это выглядит примерно так. Очень симпатично, прикольно. Маленько. Мне очень нравится. Такие вот маленькие трейлера просто мне нравятся реально. Как вот, чем здоровый, блин, двойные сцепки, хер, блин, их там, так сказать. Анимации, кстати, сцепки нету. Так, я понял, подождите. Тогда не тот, да, подождите. Прицеп, тогда мы возьмем не ту сканю. Мы не ту сканю взяли. Гараж, да. Окей, мы берем прицеп, мы берем грузовик. Какой мы возьмем? Давайте 105 возьмем. 105 возьмем. Значит, у него нету. Это для Скани нормально, это надо там ставить. Охот. Так, берем теперь прицеп и смотрим. Что-то я слишком сильно... Что-то слишком сильно разочарован пока. Что ж, Блин. И что ж так сильно? Опс. Есть сетки. Не ту Скани. Быстро-быстро у нас сборка, конечно, 105, да? Так, давайте мы что сделаем? Во-первых, мы посмотрим, какие мы грузы можем возить. Это раз. Ну и, конечно, испробуем. Так, в общем, мы что можем возить? Я себя сделаю чуть-чуть вправо, ниже, чтобы все равно вы видели. Какие грузы можем? Пилоты... Это такие, да, специализированные для аэропортов, я так понял, что, да, вот эти машины. И все, что ли, только одни пилоты, что ли? В натуре. Так, а давайте в Берлин, что мы можем в Берлин? Одни пилоты можем возить, а что там по картинкам, прям там, я не знаю, можно и самолеты, и что только нельзя. Я так понял, что одни пилоты тогда можем идти возить, только и все. Ну да, в натуре. Люксембурге тоже нету. Ладно. Давайте мы тогда возьмем
Рейсик. Рейсик. Не, ну мы так, просто лишь бы посмотреть. Давайте, ладно, готов. Мы не будем ехать, мы просто посмотрим. Я перелечу. Заеду. Посмотрим, что, как это будет происходить, ребят. Также я пропущу в плане загрузки этого. Мне трейлер нравится. Реально трейлер хороший. Просто хороший. Покататься почему бы нельзя? Потому что симпатичный, мольники, прикольники, почему бы нет. Так, это выглядит примерно так. Давайте я чуть-чуть отъеду и посмотрим, как это даже на самом деле. Вот, даже на свободную камеру сделал. Это выглядит у нас примерно вот так. Вот. Нахрен, давай. Примерно так, это будет прикольно, симпатично выглядит, как бы кататься можно. Поэтому с вами канал 24, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, качайте этот данный трейлер, прицеп, вот все ссылки в описании, и будет круто. Есть собственный, так бы сказать, сцепка есть? Есть. Есть грузы свои? Есть. Поэтому все круто, очень симпатично. Всем пока.